Итак, друзья, начинаем. Группа «Дидяди». Я класс. Ответ американская программа. Второе место. Ярослав Елисеевич, Кира Горбачева, Минск, ППТ, Елена Карпенко и Дарья Зубова. Победителями этого финала становятся Александр Ковалев и Екатерина Антонюк, Гомельская областная федерация спортивных танцев. Тренеры Эдуард Судак и Светлана Сударева. Также у Латина шестое место. Ярослав Алексеевич, Кира Горбачева, Минск, БПТ, тренеры Елена Карпенко и Дарья Зубова. Строчкой выше пара под номером 18. Артем Гурский и Дарья Самосюк, Минск, Айтенс, тренеры Артем Мирончик и Егор Мальцев. Пара под номером 62. Александр Ковалев, Екатерина Антонюк. Гомельская областная федерация спортивных танцев. Тренеры Эдуард Судак, Светлана Сатырева. Бронзовые медали в этом финале получают Алексей Шершнев, Валерия Ширяева. Также Гомельская областная федерация спортивных танцев. Тренеры Светлана Сатырева и Эдуард Судак. Второе место и серебряные медали пара под номером 76. Алексей Калюков, Валерия Титович, Минск, Айденс, тренеры Артем и Ирина Мирончик. И первое место Захар Халета, Ксения Алоцевич, Грозная империя, тренеры Екатерина Гировская и Сергей Микошевич. Город Бобруйск. Пятая позиция Арсений Вавилов, номер 50, Минск, Сигма, тренера Наталья Бабич. Четвертое место в этом финале Наталья Никитина, город Бобруйск. Бронзовую медаль получает Мария Марковская, номер 6, Минск, ППТ, тренеры Елена Карпенко и Дарья Зубова. Серебро Вероника Кругляк, номер 137, город Бобруйск. До финала становится Есения Ташиневич, Минск, элит-тренер Игорь Мальцев и Артем Шкута. Ну что же,
А вот сейчас можно фотографироваться, снимать на видео, радоваться за своих любимых соло-исполнителей, поздравлять их и провожать аплодисментами. Движемся дальше. На очереди группа «Юниоры 1» и класс «Европейская программа» 7 место. Алексей Метельский, Валентина Метельская, Минск, танго, тренеры Павел Ярцев и Марина Бастых. Шестая позиция. Пара под номером 69. Алексей Шершнев, Валерия Ширяева, Гомельская областная федерация спортивных танцев, тренеры Светлана Сатырева, Эдуард Сулгак. Пятое место. Пара под номером 38. Захар Халета, Ксения Ланцевич, Гродно, Империя, тренеры Екатерина Деровская и Сергей Миглашевич. Четвертое место. Пара под номером 105. Евгений Новичан и Доминика Аурка, Гродно, Империя, тренеры Екатерина Деровская и Сергей Миглашевич. Бронзовые медали в этом финале получают Никола Леонтьев, Алена Турчина, Минск, Аурон, тренеры Елена Леонтьева и Ольга Борецкая. Серебро турнира Георгий Козлов, Мария Воробьева, Гродно, Империя, тренеры Екатерина Деровская и Сергей Миглашевич. И победителями становятся Даниил Калякин, Анна Книг, Минск, ПВД, тренеры Елена Карпенко и Дарья Зубова. Ну что же, вручены медали, дипломы. Можно сделать маленькую фотографию. Благодарить группу «Юниоры 1» и «Класс» за участие в нашем турнире. Еще одна юниорская группа Е-класса, на этот раз юниоры 2. Также европейская программа 6 место. Пара под номером 103. Кирилл Рудевич, Евгения Прокопчик, Лида Феерия Дэнс, тренер Виктория Вежнева. Пятое место. Пара под номером 118. Никита Выродка, Ульяна Король, Лида Феерия Дэнс, тренер Виктория Вежнева. На месте пара под номером 116, Никита Уляш и Мелания Дубилей, Лида Мередэнс, тренер Виктория Лежнева. Бронзовые медали завоевала пара под номером 105, Евгений Новичок и Доминика Аутка, Гродно, Империя, тренеры Екатерина Деровская и Сергей Миглашевич. На вторую ступеньку пьедестала поднимаются Илья Кришнин, Дарья Гаврилович, Минск, ПВД, тренеры Елена Карпенко и Дарья Зубова. И победителями становятся Макар Манцевич и Адриана Макаренко, Минск, Аурон, тренеры Александр Белоцев и Ольга Борецкая.
поздравляем финалистов, призеров и победителей. Конечно же, аплодисменты им, и мы провожаем их с паркета. Далее у нас латиноамериканская программа, группа «Юниоры 2» «Rising Stars». Это место Андрей Зерненко, Алина Тимошина, Минск Диамант, тренеры Дмитрий и Алена Сотникова. Четвертая позиция, пара под номером 26, Михаил Мороз, Анастасия Борискова, Минск Диамант, тренеры Дмитрий и Алена Сотникова. Бронзовые медали. Пара под номером 115. Андрей Пилипенко, Юлия Унтон, Минск Танго, тренеры Павел Ярцев и Марина Баслык. Ступеньки выше поднимутся Андрей Калин, Дарья и Заслав. Акцент тренера Сергея и Анастасия Подкас. Ну что же, и победу в этом финале одержали Николай Черняк, Мария Соломенко, Минск, ВПТ, тренеры Елена Карпенко и Дарья Зубова. Уважаемые участники, 3, 4 и 5 место, после фотографирования подойдите, пожалуйста, к наградному столику, там нужно будет поменять вам медали. Четвертое и пятое места, подойдите, пожалуйста, сюда. Ну а мы тем временем готовимся к награждению группы «Молодежь 1», которая «Rising Stars», которая соревновалась в европейской программе. Итак, шестое место в этой группе занимают Ян Шнейдер, Полина Щербак, Минск, Аурум, тренеры Александр Леонтьев и Елена Леонтьева. Пятое место. Антон Гапанюк, Анна Шамова, Минск Танго, тренеры Павел Ярцев и Марина Баслык. Четвертое место. Пара под номером 77. Павел Самец, Елизавета Козловская, Минск Сигма, тренеры Артем Козыра и Елена Козыра. Бронзовые медали получают Матвей Гришко и Мария Катвевич. Минск Сигма, тренеры Артем Козыра, Елена Козыра. На втором месте пара под номером 121. Артем Китурко, Анна Бертель, Гродно, Империя. Тренеры Сергей Миклашевич и Екатерина Деровская. Победителями этого финала становятся наши гости из Молдовы, из Тирасполя, клуб «Миллениум». Юрий Драморецкий, Мария Турчанинова, тренер Андрей Андрович.
Ну что же, заключительная памятная фото нашего второго отделения на этой торжественной ноте. Мы завершаем его. Конечно же, не прощаемся, говорим вам до свидания, до вечера. Увидимся на заключительном третьем отделении.